Ребята, всем привет! Вот наступили сегодня выходные. Я иду проверить свою землянку. На днях я приходил туда ночью проверить, посмотреть, никого ли там не было. Все было супер, никого не было, следов не обнаружил. Так, сегодня что у меня в планах-то? Сегодня взял с собой грибочки, которые осенью насобирал. Подписчики мои видели, беленькие, хорошенькие, чистые. Вот. Сегодня буду их жарить с картошечкой на печурочке. Думаю, получится круто. Смотрите. Иду в свой любимый лес. Смотрите, какая тут красота. Боже, как тут красиво. Просто шикарно. Озеро подмерзло немного. Вокруг снег, лед. Красотища просто невероятно. Здесь всегда красиво. И зимой, и летом, и весной, и осенью. Когда бы я сюда не пришел, всегда хочется снимать видео и делать фотографии. В общем, ребята, оставайтесь на канале, не переключайтесь, впереди будет много интересного. Снежок усилился немного. Но это хорошо. Я люблю снег. Люблю, когда он идет. Такая погода сразу становится для меня приемлемая. И не хочется даже идти домой, куда-то там тепло или за компьютер. Похоже, в лесу было мало людей. Вот тут обычно машины ездили. Но сейчас вот такая тропинка. Человека три, наверное, прошло по этой тропинке. Ну и я, наверное, четвертый. А, нет, вот еще лыжники тут. Вот колея от лыжников. Так, ну по лыжне не будем идти. То неудобно им будет ездить, если испортишь ее. Вот зашел в лесную просеку. Иду дальше. Красиво вокруг. Все в снегу. Сосны стоят, накрытые снежком. Так, вот я подошел к своей землянке. Вроде все тихо. Не знаю, никого вроде не было. Какие-то следы зверей на ней. Вот. Но все закрыто. Так, что, ребят, надо мне ее открывать. Сейчас приступлю к этому делу. Да, нужна лопата. Так, все закрыто вроде. Все как было. Ага. Привет, землянка. Как у тебя тут дела? Все сухо. Все отлично. Так. Ну, вроде никаких следов. Гостей нету. Все как было, так и осталось. Ну что, сейчас приступлю к топке печи.
и будем греться, ребята. Будем готовить картошечку с грибами. И немного посижу, отдохну, поболтаю, может быть, с вами о чем-нибудь. Немножко марафет наведем, чтобы приятнее было сидеть. Да, ребят, несмотря на то, что я тут ничего не топил печку, тут достаточно таки тепло по сравнению чем на улице. Поэтому я вот даже вот без куртки тут спокойно нахожусь. Мне это радует. Так, сейчас чуть-чуть марафет наведу. Сначала тепло создадим тут, а потом будем готовить. Так. Что там у меня? В принципе, печку можно в следующий раз почистить. Золы мало. Так, у меня береста есть, супер растопка для печи, суперская прям вещь, огонь быстро разводится, все загорается моментально практически. Так, я думаю, этого хватит. Мелочь тут в процессе стройки не выбрасывал, ее все собирал, в печку все уйдет. Так, я думаю, нормально хватит. Печка пока разгорается, а тем временем на улице идет снежок. Красотища. В общем, прошло полтора часа. Землянка нагрелась. Здесь стало уютное тепло. Вот, хотел вам показать, как работает дымоход. Пойдемте посмотрим. На улице немного потемнело, конечно. Но ничего страшного. Я думаю, видно будет. Вот, в общем, вот так вот все работает. Дыма нет. Есть вот тепловой эффект такой. Сейчас покажу. Видно будет вам, нет, этот эффект.
дыма нет, вытяжка работает хорошо на все 100%, вентиляция тоже работает. Вот это вот все работает исправно, мне нравится. Ну что, спускаемся в земляночку. Оп. Ноги выбить надо и веником обмести. Да, конечно, мне руки не дошли сделать ступеньки. Ну, ладно, постараюсь как-нибудь сделать их. Признаю свой косяк, что не сделал сразу. Ну, хотя бы нижнюю сделал, об которой ноги можно выбить. Так, что у нас тут? Приготовил себе местечко, где развалюсь чуть позже. Вот здесь картошка у меня, масло, соль, две тарелочки, картошка, ложка, и, собственно говоря, грибочки. Растаяли чуть, были замороженные. Это вот осенние грибы, которые мы насобирали с Натальей. Так, еда. Тут еще немного. Так, и одна луковица. Еще у меня здесь есть сковородка, которую с собой взял. Так, это хорошо. Поместим грибочки в воду. Вот они, красавцы. Дощечку не взял с собой. Ну что, на тарелочке порежем. Ничего страшного. Тоже лишний вес с собой носить не хочется. И так постоянно загружены чем-нибудь. Так, готово. Что у нас тут с грибочками? Так, начинаем понемножечку закипать. Так. О, там жару прилично. Чуть-чуть подкину. Ох, как запахло грибочками в землянке. Шикарно. Так, ну уже почти доваривается. Сейчас немножко соли добавлю. И хватит. Потом еще в картошку добавлю. Так, грибочки отварились. Нужно пойти слить воду.
Так. Ну все, картошка готова. Можно убирать с печи. Отлично, прожарилась, мягкая, супер. И на соль, кстати, самое оно. Не пересолил, самое главное, чего и боялся. Так. Как раз мне на одного, супер, самое оно, прям угадал в цвет. Вот такая картошечка у меня сегодня получилась, прям угадал с пропорциями, как раз тарелочка для меня. О, ребята, вообще огонь. Сейчас чайку еще себе налью. С лимончиком, кстати, с узбекским. Вообще красота. Так вкусно. Какая картошка смачная, ребята. Зачетная. Хочу сказать, что впервые за многие года, за много лет я делаю в таких условиях себе еду, сам готовлю. Обычно дома у плиты, но это не то. А когда на природе, да еще и на печи, я думаю, это заслуживает лайкоса вашего, как минимум. Я думаю, все равно нужно подкинуть дровину, а то печка чуть-чуть уже прогорела, там слышу, не шумит. Вот. Потому что я еще пока не ухожу, а тепло мне нужно. А хотя хочу сказать, печь часа три отдает свое тепло. То есть тут комфортно еще 3 часа можно находиться. Это уже проверено. Отлично. Картофель с грибами получился просто отпадный деликатес. Супер, ребята. Чаек-то какой, просто блаженство. Ой, какой кайф. Да, скажу вам, супер иметь такое место в лесу, где можно зимой прийти, натопить печку, посидеть, сделать еду замечательную, отдохнуть как следует и пойти с хорошей, чистой душой домой. Я думаю, вы оцените этот видеоролик, оцените сегодняшний мой поход в землянку.
Так что жду вас в комментариях. Обязательно подписывайтесь. Те, кто не подписался, жду вас у себя на канале. В общем, всем, ребята, удачи. Самое главное, здоровья. До новых встреч.